Продолжается модернизация учреждений здравоохранения. В Красноармейской центральной районной больнице появилось новое оборудование. В Красноармейской районной больнице установили рентгенологический радиовизиограф. Несколько минут обследования, и готовый снимок можно посмотреть в компьютере лечащего врача. Причем качество изображения намного выше, чем на рентген-пленке. К тому же аппарат в несколько раз снижает дозу облучения для пациента и дает врачам возможность увидеть поле деятельности в малейших подробностях. Это нам дает посмотреть состояние канала зуба, состояние околозубной ткани, качество пломбы. И без него доктор работает как слепую. Поэтому без этого рентген, радиовизиограф работать нельзя. Появился радиовизиограф благодаря помощи депутата Госсовета Николая Малова, к которому обратились и руководство больницы, и жители района. Понятно, что не везде и все у нас сразу получится, но там, где будут возникать проблемы, конечно, мы, Единая Россия, такие члены нашей партии, как Зорин, значит, придут на помощь, поддержат. И это не просто какие-то слова, это вот тот случай, когда слова не расходятся с делом. Жители Красноармейского района теперь готовы ходить на прием к стоматологу регулярно, по меньшей мере 2 раза в год, а при необходимости и чаще. Ни временных, ни материальных затрат это больше не потребует. Раньше мы ездили в город Чебоксары, Цивильск. Нам туда-сюда ехать было очень трудно, времени было мало. Туда-сюда ездить и дорога не дешевая. И нам все время хотелось, чтобы это оборудование появилось в этой красноармейской больнице.